Золотое кольцо России обретает новых туристов. К 70-летию Победы многие тюменские организации начали заказывать этот тур для своих сотрудников. Его можно приобрести практически в любой фирме областной столицы. Напомним, Золотое кольцо – популярный туристический маршрут, проходящий по древним русским городам. Основные 8 – это Ярославль, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Начинается из Москвы, то есть каким образом турист добирается до Москвы, это его личное дело. В среднем, если это 8 городов и это самое демократичное размещение по пути исследования, то это от 14 тысяч рублей. Цены остались на прежнем уровне, то есть их стараются держать как турфирмы, так и туроператоры, чтобы не снизить туристический поток в этом направлении.